кто взял в постель Алену Апину? Я жду тебя, сняла трусы, и вот и я вся горю. 58-летняя звезда эстрады уверяет, она не ханжа. Алена Апина не стесняется говорить о сексе. А нас учили в свое время. Ты чё, нельзя? Фу, секс? Ты как на него посмотрел? Да он чё это? Тут, знаете, это нехорошо. Звезда эстрады снимается в откровенных сценах. Я думала, что меня сейчас заклюют, на меня сейчас громы небесные, солнце, значит, спрячется, выйдет Зевс какой-нибудь, и он меня проткнет, потому что то, что я сделала, то, что я прошлась, значит, в трусах 2 секунды, это, то есть, какая-то атомная была бомба. Но Алена Апина чуть с дивана не упала, когда увидела фрагмент сериала со своим участием. Мне вот в последний раз присылают все ссылочки на это замечательное кино. Сейчас будет оценка моего 35-летнего труда. О, вот оно. Вот оно. Обдумаешься. Герой сериала как от сердца отрывает плакат с изображением Алены Апиной, которую он любит днем и ночью. Вот удосужилась я. Что это? Радость какая. Обдумаешься. Господи. Актриса Ирина Безрукова, которая на съемочной площадке видела и не такое, шокирована. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не знаю, как Алена отнеслась к этому. Все-таки изображение известного человека, с ним нужно согласовывать, есть такой закон. Татьяна Буланова признается, с ней точно так же занимались сексом, как и с ее подругой Апиной. Был такой просто фильм, короткометражный, и там главный герой вот именно вот этим занимается на мой плакат. Я помню, пришла когда на премьеру, я не видела ни кадры, не знала, о чем это как бы будет идти. Но я немножко была в шоке. Я просто пришла со старшим ребенком, я еще перед началом, я какую-то речь мне попросили сказать. Немножко вот это меня, конечно, как бы так обломало. Дмитрий Колдун не удивлен, что Апина пользуется такой большой популярностью. Он тоже не против обвесить свою московскую квартиру портретами певицы, тем более свою жену Викторию, которая живет в Беларуси, он видит раз в месяц. Это часть нашей природы, заниматься рукоблудством, поэтому ничего тут страшного нет. Главное вовремя остановиться, успеть и выбрать нужный плакат. Маша Малиновская не сомневается, обложки с ее изображением затерли до дыр все, кому не лень. Не зря же телеведущая снималась обнаженной для мужских журналов. Когда я фотографировалась для, не знаю, того же «Плейбоя», я поняла, что, скорее всего, будут рукоблудить, понимаете, все, кто его читает. Все понимали, что это будет. Алена Апина обнаружила, что в фильме на нее вдруг будет режиссерская такая задумка. Ой, господи, она расстроилась? Она огонь, конечно. Алена Апина действительно огонь. Еще 6 лет назад, после развода с продюсером Александром Иратовым, певица активно взялась за себя. Сегодня, например, я начала 40-минутные пробежки. У меня кровати прямо рядом с кроватью, я поставила беговую дорожку. И хочешь, не хочешь, то ты все равно мимо никак не пройдешь. Экс-участница комбинации наняла тренеров, которые держали ее в черном теле. У меня 2 тренера. У меня тренер по теннису, который мы с ним играем, и тренер, который меня гоняет по улицам, хвост и гриву. Но мы с ним встречаемся в парке и бегаем. 2 года назад Алена Апина решила доверить свое тело пластическим хирургам. Вроде бы ты и занимаешься спортом, и ты все правильно кушаешь, и ты мыслишь правильно. Живот, он никуда не уходит. Туловище по ленцам. А ты же звезда, тебе же как-то что-то было прям все вау. Вау-эффект не заставил себя долго ждать. Апиной провели абдоминопластику с переносом пупка, сформировали тонкую талию, а весь собранный жир закачали в ягодицы. При этом певица не забросила занятия спортом, она каждый день выполняет по 10 бросков в гору и по 150 приседаний. Из еды что исключили? Тортики, мороженое и крепкие алкогольные напитки. Смотрю на себя в зеркало, думаю, боже мой, а потом кино включу, а там еще вон что. Вот оно, обдумаешься, господи. Алена Апина признается, оказывается, продюсеры сериала подписали с ней согласие на использование ее изображения, вот только умолчали, что будут творить с плакатом певицы. Ну, в общем, это было неожиданно. Мне много кто звонил и много кто смеялся. Это на коммерческой основе? Ну, какая-то очень лайтовая, очень. Это не вау, какая коммерческая. Я долго смеялась, знаете, но мои 58 лет, когда, такие эмоции вызываю у людей, это все-таки, наверное, говорит о том, что моя биологическая жизнь прожита не зря. То есть приятно, что считают сексуальной, и даже если такое слово грубое при этом... Оно грубое слово, но оно за ним очень много здоровья. Здоровья, молодости и радости. Апина шутит. Хоть с кем-то она спит в одной постели, в то время как ее собственная пока пуста.
Правда, певицы приписывают роман с музыкантом Алексеем Тумановым, с которым звезда эстрады уж слишком часто в последнее время выходит в свет. Да, очень хочется выходить. Плакаю с моим звукорежиссером. А все уже пишут, что не звукорежиссер, а чуть ли не муж ваш. Нет, я не замужем. Как вы относитесь к тому, что вас считают? Уже с женихом скажу. Ребят, у меня семья, дети. Алена Апина с помощью нашей программы обращается к режиссерам. Она не против еще раз засветиться в кино даже в таком виде. Конечно, господи, да я же за любой вообще кипиш. Это будет какой-то очень такой черной комедии, как я не знаю.